Привет-привет, дорогие бьюти-голики, с вами Ида, и сегодня я вам расскажу о новой коллекции бренда Шинтыкай Wild Meadows Collection. Это коллекция, которая посвящена диким румынским горным Лугам ограниченная серия Весна 2023. В данном видео я расскажу, кому стоит обратить внимание на эту коллекцию, кому не стоит, какие у данной коллекции плюсы и минусы, сколько все это стоит, а также как я отношусь к бренду Шантекай. Оставайтесь со мной, я думаю, видео будет очень интересным. О новой коллекции Шантекай, которая будет посвящена не, не только румынским диким лугам, но еще и 25. Летию работы Шантекай с дикой природой. Шантекай – это японский бренд очень люксовый, очень дорогой косметики. Мне даже неприлично называть, сколько стоит эта косметика. Причем не только вот эти вот мои э, новенькие покупки, но и уход, и кисти. Все стоит невероятно дорого, но делается в Японии. И качество у этой косметики поистине Классная. Когда было объявлено о запуске данной коллекции, я, конечно же, сразу обратила на нее внимание. Меня просто поразили эти классные цветастые весенние упаковки. Я захотела ее себе приобрести и, как видите, приобрела. Но а, купить было достаточно сложно. А, давайте для начала расскажу, чему же посвящена вот эта вот красивая коллекция. В Центральной Румынии находятся горы Карпаты, которые, конечно же, усеяны дикими травами, цветами, всевозможными растениями. Это знаменитая Трансильвания. Да-да, именно там, где жил граф Дракула. Хотя, вот не скажу, что эта коллекция посвящена именно местам, где жил граф Дракула. Персона достаточно спорная и всем нам известная как вампир. Но бренд Шон Текай уверяет, что именно там, в Трансильвании, время как будто остановилось, и человек возвращается к диким лесам, лугам и полям, да, к горам. Именно там остался один из самых крупных в Европе старовозрастной лес усеянных средневековыми саксонскими деревьями. Также в этом регионе, помимо редких растений, насчитано невероятное количество видов бабочек, насекомых, а также около 200 видов птиц. И это место, ну, обладает самым, наверное, одним из самых больших биоразнообразий в Европе. Однако промышленность и сельское хозяйство постепенно подбираются к этому райскому уголку, к этой закрытой экосистеме для того, чтобы начать там производство говядины, выращивать какие-то культуры. Некоторые энтузиасты выкупили данные места и решили устроить там что-то типа заповедника, да, защищать эти леса, чтобы сохранить такое наследие. Сильви Шантыкай, это основатель бренда Шантыкай, побывала в тех местах, посетила их и вдохновилась просто невероятной красотой этой девственной природы и решила также стать на защиту, собрать средства для этих мест в румынских корпорациях. Ну и коллекция вот это вот диких лугов была создана именно для того, чтобы бренд Шантека, я так понимаю, не только заработал денег с ней, но и средства некоторые вырученные за данную коллекцию пойдут на защиту тех самых мест в румынских Горах. Я не знаю, сколько из этой красивой легенды действительно правда, может сто процентов, может не все правда, да. Но тем не менее я очень рада, что э, некоторые бренды заботятся о природе, о местах, о которых мы возможно даже не слышали, никогда бы не услышали э, в жизни, если бы не появилась данная коллекция. Данная коллекция включает одну палетку четверку теней традиционную для шантекай. Они уже выпускали похожую палетку с жирафом, с кугуаром, с ягуаром и и вот здесь у нас такая весенняя палеточка с красивейшей гаммы. Вот с таким вот потрясающим цветочком, как раз тех самых карпат э, в Румынии. Также два рефила румян, две упаковочки. Я выбрала, конечно же, синюю фиолетовую. Она мне больше понравилась чисто из-за упаковки, хотя румяшки у меня э, потемнее, чем во втором. Рефильчики. Я думала, что мне они должны подойти. И вот, как вы видите, наверное, уже можете оценить. Да, румяшки, в принципе, неплохо на мне смотрятся. Плюс три вида бальзама для губ. К сожалению, у меня закончились деньги, потому что косметика Шантекай очень дорогая. И я, ну, просто не смогла купить бальзамчик. Тем более, меня э, немножко угнетало покупать бальзам за 48 долларов. Поэтому я купила только палетку за 78 и румяна за 75. Покупала я со скидкой в 20%. На сайте шеф. первый раз заказывала с этого сайта но ну, немножко мне подешевле все это дело вышло я хотела еще купить бальзамчик возможно думала заказать его на space nk но к сожалению там они сейчас распроданы поэтому сегодня у меня на губах бальзам от байтери в принципе мне кажется эффект похожий создался итак давайте я вам быстренько покажу макияж данными тенями и э, румянами там будет совсем совсем немного ну а потом расскажу что я думаю о новой коллекции кому стоит ее купить кому не стоит покажу с свочи сделаю вам, да, и расскажу все, что думаю о бренде Шантекай. Итак, начну я с макияжа глаз, конечно же. Уже макияж лица я сделала. Все, кроме румян, хайлайтера и макияжа глаз, соответственно. Ну, и так как палеточка очень легкая, очень такая будет слабо пигментированная, я нанесу на контурную линию карандаш и сделаю стрелочку основу своего макияжа. Делать это буду коричневым карандашом от Шарлотты Тилбери. Итак, я нанесла коричневый карандаш от Шарлотты Тилбери на свои глаза, задала форму, и теперь матовым коричневым из палетки Шантекай я на плоскую такую пушистую натуральную кисточку нанесу этот оттенок и пройдусь им слегка по верхнему веку, то есть растушую, внесу его в складку, соединю со стрелкой, то есть заложу базу своего макияжа. Как видите, оттенок достаточно пигментированный, он легкий такой коричневый, но если его наслоить, то в принципе складочку можно углубить. И на растушевочную кисть также нанесу его в складку поглубже, чтобы немножко ее обозначить. То же самое сделаю на втором глазу. Дальше возьму вот этот вот розовый сатинчик, нанесу тоже на пушистую э, кисточку и пройдусь все нижнее веко, смешаю два оттеночка. Но уже не касаюсь вот этой надбровной кости, чтобы только на подвижном веке у меня был данный оттенок. Посмотрите, у меня получилось такое нежное розово-коричневое сочетание, очень легкое, полупрозрачное, сатиновое, но очень интересно смотрится на веке, как по мне. Видите, на стрелку немножко заехала, но потом я это все подправлю. На нижнее веко кисточкой, таким карандашиком я буду наносить вот этот вот сатиновый оттенок. Он такой масляный и тоже очень легкий пройдусь по тушевке по своей карандашной, которую я сделала Шарлоттой Тилбери. Ну и на маленький бочоночек нанесу вот этот вот желтый цвет прямо в уголок глаза, чтобы немножко подсветить его. Как видите, мой макияж готов. Это было очень быстро, очень легко. Все легко растушевалось и разошлось по глазам. Сейчас немножко подправлю свои стрелки и коричневый карандаш, но это сделаю за кадром. Ну вот, по сути, макияж глаз мой и готов. Сейчас нанесу румяшки прямо перед вами и посмотрим, как работают вот этот вот э, второй цвет, который был более темный. Возьму максимально мягкую кисть. Это японская кисть от Beauty Lish и Чекухода. И пройдусь по рефильчику немножко стряхну. О, смотрите, оно совсем не переносится самой мягкой кисточкой. Можно даже, наверное, не стряхивать. О, очень нежные румяшки. Сейчас еще. Посмотрите, сколько раз вот я проехалась кистью, и щека не намного более румяная, чем вторая. Ну, давайте еще немножко пройдусь, и на вторую щеку также нанесу те нежные румяна. Я, честно говоря, даже не знаю, как они будут смотреться в кадре. Может быть, их вообще не видно будет. Поэтому возьму более плотно набитую кисть от Refor и еще немножко пройдусь по скулам. Ну да, теперь румянец становится более отчетливым. Ну еще раз возьму супермягкую кисть, чтобы подтушевать все это дело. Также на эту же кисточку возьму немножко румян и нанесу на лоб, чтобы был баланс в двух местах над бровью. Так, немножко по глазам пройдусь. Ну, в принципе, и готово. Не знаю, насколько мне этот оттенок идет. Надеюсь, вы напишите в комментариях. Вот, ну, пожалуйста, вот демонстрация моего суперлегкого макияжа. Осталось не только нанести хайлайтер, доделать да глаза, нанести тушь на них и бровки. И вернусь к вам, будем разбираться с косметикой Шантекай, насколько она хороша и кому стоит ее купить. Как вы видите, по нежности, по легкости моего макияжа, действительно, коллекция весенняя. Здесь шантыкай точно не соврали, потому что что тени, что румяна очень легко, очень э, простенько так наносятся, да, легко тушуются и э, создают такой эффект достаточно нежной кожи, нежных глаз для макияжа и весной. А давайте сейчас быстренько пробежимся по техническим характеристикам, а потом я вам покажу свод и расскажу, что думаю о тени и румянах итак начнем с палетки палеточка у нас имеет вот такую вот коробку здесь тоже написано 25 то есть 25 лет защиты природы брендом шантекай и внутри мы видим вот такую вот пластиковую упаковку но достаточно красивую здесь у нас такая прорезиненная поверхность с цветочком с фоткой потрясающей красоты вот эта вот штука как по мне я покупала конечно же из-за упаковки тоже данные тени вообще я наверное фанат уже становлюсь бренда шантекай потому что действительно упаковки у них невероятные Внутри зеркальца, бумажка такая, прокладочка и 4 цвета э, теней. В каждом из рефилов здесь всего по полграмма. То есть, вот последние тени, которые я снимала, на которые обзоры были с Алекс, там по 3 грамма в рефиле. То есть, а здесь получается в каждом 6 раз меньше. Очень мало теней. И сами видите, да, такая большая упаковка и такие совсем маленькие шарики э, рефилы. Теней я была к этому готова, потому что у меня уже есть Ягуар и от этого бренда, и как бы понятное дело, что здесь не могли быть рефила больше. Ну а в румяшках у нас, вот у меня такая тоже зеленая красивая упаковочка с такими потрясающими цветочками, на пролезки на наши похож, не знаю, что это. Вторые румяшки назывались яблоневый цвет, они более такие нежные, эти такие с сливовым оттенком и называются Энимон, наверное, это такой цветок. Очень такие, очень красивое теснение. мне даже жалко было кислинку лезть в первый раз в этот рефильчик. И грамм у нас здесь всего 4 грамма. То есть для румян это тоже маловато, но имеем, что имеем. такая ведь делает все для японцев. У японцев маленькая все, маленькая еда, маленькие дома, маленькие квартирки, да, и маленькая косметика. Только кисти у них классные, не все маленькие. Так вот, как я уже сказала, стоимость вот такой палетки 78 долларов, стоимость румян 75 долларов, да, это невероятно дорогие румяна. Ну и стоимость бальзамчика на официальном сайте 52, на Space NK были, по-моему, 48 долларов, но могу ошибаться. Вот две такие потрясающие красоты упаковки. Итак, переходим к теням. Что я думаю по поводу теней? Ну, как вы сами видели, тени разносятся очень легко, очень легко тушуются и создают достаточно нежный эффект на глазах. Здесь у нас из матовых, только вот прям таких прямолинейно матовых, это один вот этот коричневый оттенок и все. Только его можно назвать матовым, и мне кажется, он самый-самый пигментированный из всей вот этой вот палетки. Посмотрите, немножечко тыкнула и уже такая пигментация у меня на пальце да и на руку переносится хорошо когда вот под лампой я на него смотрю небольшой сатин проскальзывает но на веке все-таки он смотрится больше как матовый еще один оттенок это такой сатин вот этот вот розовенький достаточно красивый оттенок который я сегодня наносила на все верхнее века тоже напоминает матовый но он уже идет таким явным явным блеском можете посмотреть да когда я вот под лампой э, ворочую руку он переливается ну и и два э, таких сатина более ярких, я бы сказала, даже как шиммеры их можно назвать. Это такой желтенький и темно-коричневый. Вот, пожалуйста, они на пальцах, и сейчас их проведу на руку. Вот такое вот сочетание цветов у меня получается, да. То есть, когда вот я нанесла их все вместе, видно, что этот цвет матовый, этот такой с блеском сатиновый, ну а это два ярких сатина на веках при смешении эти цвета не образуют грязи абсолютно, они классно ложатся, они классно растушевываются, имеют такую как будто маслянистую текстуру и очень легко переносятся на веки, но эффектного яркого макияжа вы точно не добьетесь с этой палеткой, ну я думаю вы все уже на мне в принципе увидели, да, что вот у меня такой легенький дневной макияж, если нанести какой-то карандаш пожирнее, может подводку, стрелку, то чуть-чуть ярче все это будет, но все равно вечернего макияжа вы не добьетесь. Эта палетка ни в коем случае не для вечерних макияжей, а именно для таких очень легких э, макияжей, которые можно... Делать весной, дневной макияж, да, даже макияж без макияжа, например, можно сделать данной палеточкой. Можно нанести просто один коричневый, да, получится такой эффектный взгляд глубокий у вас. Ну и данная палетка очень жизненная, очень коммерческая, ее можно применять для макияжа, например, на работу, в банк, в школу, если вы врач. То есть вот эта палетка, которую можно сделать себе выразительный взгляд, да, и выглядеть уместно на любом-любом мероприятии, кроме, наверное, вечерних каких-то выходов, да, потому что ну, слишком, она бледненькая для таких выходов, хотя если что, э, стрелку сильную сделать, наверное, будет нормально, но, как мне кажется, не подойдет черная-темная стрелка сюда, здесь нужно именно какой-то легкий э, коричневый карандаш, либо коричневая подводка, подводку сегодня не использовала, использовала только карандаш, да, чтобы получился легкий макияж. Эм, и с... что? положительного в палетке я заметила. Ну, легкий дневной макияж, как сказала, который можно нанести в любое место. Очень красивая упаковка, очень красивая такая нежная гамма, необычная даже в чем-то, да, вот сочетание розового и коричневого. Тени не осыпаются. Я думаю, вы заметили, что сегодня я делала макияж лица перед съемкой, да, а потом просто нанесла макияж глаз. Я не стерла ни одну осыпашку под своими глазами. Палетка очень легкая, она не сыпется и не оставляет вам ничего под глазами. То есть, действительно, вы можете ей сделать макияж, да, и не бояться, что ваш макияж лица придется потом подтирать. Палетка очень легко наносится на глаза и легко растушевывается, с ней справится даже новичок. Во-первых, можно гамму легко сочетать, вы не сделаете грязи на глазах, ну и плюс вы не напятните ей, вы там, даже если как-то края неровно растушуете, этого никто не заметит, потому что она такая полупрозрачная. И вот если бы мне сказали, опиши, наверное, идеальную палетку для азиатской кожи, да, для вот как азиаты корейцы любят японцы я бы сказала вот это вот шантекай ну из минусов я особо минусов здесь не нашла я знала что я покупаю это опять-таки же наверное не очень хорошая возможность сделать вечерний макияж цена естественно этой палетки ну очень дорого она стоит ну и легкая наверное пигментация как плюсом может быть так и минусом потому что вы не сделаете какой-то томный такой макияж, да, и яркий. Ну, гамма, я бы не сказала, что она супер разнообразная, конечно же, но при всем при этом несколько разных макияжей вы с этой палеточкой сможете сделать. Только все они будут примерно так похожи друг на друга, но на каждый день, да, можно что-то с ней изобразить. Дальше румяшки. Румяшки очень легкие, очень нежные. Давайте сделаю вам сводчик. Блин, мне так жалко этот цветочек пальцем трогать. Посмотрите, вот на палец они, в принципе, перенеслись хорошо. И вот я сделаю сводчик, да. В принципе, когда именно пальцем их трогаешь, они хорошо переносятся, как видите сатиновый финиш имеют, на щечках они такие будут подсвечивать, подчеркивать, но ни в коем случае не подчеркнут ваши поры, какой-то какой -то рельеф на коже, они лягут очень нежно, очень легко, и единственное, что вы видели, когда берешь очень мягкую кисть, они почти не наносятся, да, нужно брать какую-то более плотно набитую кисть и проходиться по щекам, да, потом более мягкой растушевывать. Какие плюсы у этих румян? Они не исчезают в течение дня, как нанесли, так и ходите, их можно наслаивать, можно сделать эффект более такой, таких ярких можно сделать совсем-совсем нежный эффект. Вы видели, да, что первые мои разы, они практически не наносились. Ну и, в принципе, ничего плохого про эти румяшки я не могу сказать, кроме как, конечно же, цены, опять-таки же, за что я заплатила 75 долларов, я не знаю. Например, вот эта вот суперская палетка от Шарлотты Тилбери. посмотрите, с какими огромными рефилами румян и хайлайтеров, тоже стоит 75 долларов, да, только здесь Шарлотта, огромная упаковка и огромная палетка, а здесь вот эта вот малышечка всего 4 грамма, да, в маленькой легкой упаковочке от Шантыкай. Что я могу сказать о коллекции в целом? Это невероятно милая, невероятно красивая, весенняя коллекция. И, да, это я себе сделала такой подарок на 8 марта, можно сказать. Что-то такое девичье, что-то очень нежное, а то, из чего можно сделать очень быстрый макияж, но при этом тот макияж проносится с вами целый день. Я уже ходила и с тенями и с румянами. Тени не скатываются, не закатываются в морщинки. И то, что вы нанесли с утра, то вы поймаете, на своем лице и вечером. То же самое с румянами. То, что нанесли с утра, то останется до вечера. Они никуда не уходят с лица. Но стоит ли покупать вам данную коллекцию? Блин, вот здесь, наверное, уже я... Не знаю даже, что сказать, такое не часто бывает, потому что я данной коллекции восхищена. Мне нравятся и упаковки, мне нравится эстетика Шантекай, мне нравится, как работают продукты на лице, мне нравится их философия, да, что они как минимум привлекают внимание к дикой природе. Я не знаю, какую сумму, как я уже сказала, они там отдают с продаж вот этой косметики румынским лесам, да, или жирафам, или кагуарам, или еще там кого они защищают, слонов. Я не знаю, какая это капля в море той поддержки, которую нужно оказывать животным и природе, но как минимум то, что они заставляют задуматься, да, то есть они пишут какую-то историю для своих коллекций, они вдохновляют людей на помощь, да, то есть, например, я о румынских лесах вот до выхода этой коллекции вообще даже не знала, что такое есть и что им там что-то угрожает. Когда я ознакомилась с данной коллекцией, ознакомилась с философией бренда, мне уже стало как минимум интересно погуглить про Румынию и узнать, что там им угрожает. Возможно, эм, я еще, вдохновившись вот этим, да, а началось все, кстати, с ягуаров и кугуаров, когда я ту коллекцию покупала, да, что той же часть денег шла на поддержку животных, я также... Без сомнения, понесла свои деньги Шантыка, и вот сейчас транслирую на своем канале, да, что если для вас важна природа, и вы можете найти в своем кошельке 75-78 долларов до коллекцию, то, конечно же, можно ее купить. Но если вы не бьете маньяк, да, либо если вы э, хотите какую-то себе дорогую палетку, дорогие, румяна, но вам приходится собирать деньги, откладывать, да, то есть, это не, не рядовая покупка, пошел в магазин и купил то, что понравилось. Наверное, пройдите мимо этой коллекции, потому что действительно. Ну, не стоит она таких денег, если брать именно продукты сами. Если бы мне сказали, вот стоит ли вот эта палеточка 78 баксов, я бы сказала, нет, не стоит. Есть палетки за такую цену лучше, пигментирований. Ну, не знаю насчет красивей, да, там красота каждому разная. Ну, как минимум, например, вот сравнить палетку румян, да, если бы я знала, например, и Сами румяшки. Если бы я знала, если бы меня человек спросил, что мне купить, вот у меня есть 75 долларов, я бы ему сказала, конечно же, купи Шарлоту. Здесь больше продукта, универсальней и есть еще хайлайтеры, а не просто вот эта вот одна малышечка. Но если у вас есть лишняя денежка, если вы любите косметику, если вы стремитесь к разнообразию, коллекционируете тени или румяшки, то, конечно же, я бы вам советовала попробовать. Мне кажется... Может быть для слишком темной кожи эти тени будут смотреться, наверное, не очень, не ярко совсем, не ярко, может даже их видно не будет. Но для славянских девушек, для азиатских девушек, для светлокожих девушек будет самый раз. Вы сделаете себе легкие дневные макияжи, которые будут уместны везде, поддержите природу и приобретете в свою коллекцию вот такую вот красоту. Насколько это для вас важно решать каждому из вас, но если Шантекай запустит еще какую-то коллекцию в поддержку дикой природы, животных, и эта коллекция будет меня вдохновлять, если мне она будет нравиться, если я буду смотреть на эту коллекцию и хотеть это купить, то, конечно же, я куплю и куплю еще не раз, потому что, как я сказала, мне нравится и философия бренда, и продукция от Шантекай. Вот такой вот супер люкс, который не всем нужен, но когда держишь вот это в руках, жизнь как-то становится, наверное... Ярче, что ли? И я очень рада, что вот это. Да эти две малышки есть в моей коллекции. В принципе, это все, что я думаю о новой коллекции Шантыкаи, Дикие Луга. А что думаете вы, покупали, не покупали, зашло вам, не зашло, как вам носится, как вам вообще бренд Шантыкаи, что вы о нем думаете, поддерживаете ли вы вот эту вот защиту дикой природы, либо вы считаете, что, может быть, недостаточно делает бренд Шантыкаи. Пишите свое мнение в комментариях, с радостью с вами пообщаюсь. Напишите, что думаете по поводу моего легкого макияжа тоже, и увидимся в следующем видео. Pra cá,